Мы сейчас стоим на пороге планирования финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. И наш коллектив очень беспокоит, какие перспективы развития МУК «Теплоэнергия» видит мэрия на предстоящий год. Я могу сказать, что мы подводили итоги 2013 года. Задачи, которые были поставлены перед коллективом, они выполнены. В целом, инвест-программа по городу Череповцу не без сложностей, но тем не менее реализуется. Задача очень масштабная. Для многих это уже не новость. 14 сентября у нас пройдут выборы губернатора Вологодской области. Считаю, что очень хорошая практика, когда народу дают право избрать главу региона. Не назначают, а выбирают. Я вас призываю 14 сентября, понимая, что это выходной день, что там и дачи, и грибы, и все прочее, прийти на избирательные участки. У каждого из вас есть право выбора. Я бы рекомендовал внимательно посмотреть на кандидатов, которые заявились. Причем заявились все основные партии.